Отдал документы, за меня все там оформили, сказали, что в течение трех недель все будет готово, все будет нормально, просто позвонят, я просто приду, заберу и все. Вот. Три недели прошли, начал сам звонить, сам переживать, потому что мне срочно нужно было уехать, я как бы с друзьями договаривался о том, что мы поедем в Китай. Вот. И на что мне сказали, что мои документы оформили неправильно, что я должен немного подождать, что я должен что-то там еще. Там. Факт то, что прождал я еще две недели, а через две недели у меня просто терпение уже как бы, ну реально, уже было долго очень слишком ожидание у меня. Я психанул, просто пошел в миграционку, отдал 1000 рублей за госпошлину, и в течение буквально там, ну да, три недели мне делали также паспорт, но я пришел, просто забрал его и все. Первая опасность для граждан – это то, что они предоставляют все свои персональные данные, которые потом, впоследствии, могут быть использованы совершенно не в тех целях. Были такие случаи, что граждане обращаются в фирмы, а к нам документы не поступают. Сбор денег идет, а граждане остаются без паспортов. Спасибо.